Привет, привет, мои творческие друзья! Сегодня нарисуем вупсеня и пупсеня. Нам нужен лист бумаги формата А4, у меня ватман, кисточки акриловые, 12-я десятка и несколько маленьких тоненьких кисточек и карандаш. Сделаем набросок. Разделяем лист бумаги на несколько частей. Сверху будет голова. Потом у нас идет тело. Нарисуем голову. Рисуем овал. Чуть-чуть выходит сверху за нашу линию. Вупсень и пупсень. Они в наушничках. Рисуем по бокам два вот таких вот овала, как ушки у обезьянки. И рисую вторую голову. К низу наш овал расширяется, получается такая груша. И опять рисуем наушнички. Сильно на карандаш не нужно давить. И наушники у нас сверху и снизу заужаются. Заужаем наши овалы. У одной гусенички и у другой гусенички. Вот что получилось. На голове у гусеничек бейсболки и бейсболочка и повязка. Чуть-чуть удлиним голову кверху. Вот что получилось. И рисуем повязочку. Одна, вторая линия. И вот такие вот рожки. И у второй гусенички нарисуем бейсболку. Отделяем бейсболочку. Рисуем вот такой вот полуовал и козыречек. Готово. Все поправляем. Нарисуем рот. Разделяем наш овал на две половинки. И рисуем вот такую дугу. Делаем ее более квадратной. И у второй гусенички точно так же, только рот делаем более большой. Готово. Я всегда путаю, кто из них мупсень, а кто из них пупсень. Повязочку чуть-чуть за пределы головы выводим и рисуем глазки. У вупсеня глазки большие, почти на всю мордочку. А у пупсеня маленькие и подальше расставленные друг от друга. Нарисовали зрачки, бровки домика. И вот такие мордахи у нас получились. Нарисуем тело во второй нашей полосе, посередине листа. Рисуем вот такие трапеции с закругленными краями. Можно сделать гусеничек пожирнее и мордашки сделать побольше. Рисуем груднички, и у одной гусенички слива с двумя листочками, а у другой две вишенки с одним листочком. Готово. Нарисуем ручки. В сторону рисуем маленький треугольничек со скошенным верхом. Вверх рисуем небольшой прямоугольник. И сверху вот такую вот чашу. Раз, и готово. От чаши у нас идут 4 пальчика. Раз, два, три. И один пальчик большой в сторону. У всех мультяшных персонажей 4 пальца. Готово. И можно линии жизни на ладошке нарисовать. И жилеточку. От пузика в сторону. Отлет небольшой, это будет жилеточка. Нарисуем тельце. Под пузиком нарисовали большой круг. И в сторону рисуем полумесяц. Один, второй. Смотрите, каждый полумесяц идет ниже, чем предыдущий. Третий и четвертый. Хвостик получился. Нарисуем лапки. Лапки нарисовать очень-очень просто. Это задняя лапка, как будто он к нам стоит боком. А это передняя.
Смотрите, рисуем полукруг и прямую линию. Каждая последующая лапка расположена дальше от нас, поэтому она немного меньше, чем предыдущая. И исправим лапку, которая дальше от нас. Полукруг и прямая линия. Здесь у нас будет ручка, они будут обниматься. Здесь тоже жилеточка, пиджачок, только с рукавчиками. Готово, обнимашка. Подтираем все ненужные линии. На карандаш не давим, совсем не давим. Рукавчик жилеточки. Готово. Дальше идет ручка. Это мы нарисовали рукав, кусочек ручки предплечья. И он тоже нам будет махать своей ручкой. Нарисовали еще один прямоугольник. Опять сверху вот такую вот чашу, как тюльпанчик. И 4 пальчика. Пальчики толстые такие, сардельки. 1, 2. Распределите их равномерно. И смотрите, чтобы они были примерно одинаковые по размеру. 3. И 4 большой палец идет в сторону. 4. Можно сделать его потолще. И линии жизни на руке. Они обнимаются, поэтому прорисовываем ручку на плече. 1. И рисуем точно так же тельца. Круг и полумесяцы. Но они идут не вверх, а вот так вот вниз. И лапки. Смотрите, чтобы у вас гусенички стояли на одном уровне, на земле. То есть ножки должны заканчиваться на одном уровне. Готово. Берем резиночку. У меня клячка. Это резинка для художников. Можете взять простой ластик и, плашмя положив его на рисунок, пройтись по всему рисунку. Ваши линии станут менее заметными и не будут просвечиваться через краски. Хотя мы почти все будем обводить. Берем краски. Зеленую. У меня есть изумрудная и травянистая. Желтенькую краску. Красную и бордо. Но лучше бордо достаточно будет. Черную и синюю, чтобы разукрасить сливу. Или фиолетовую. Палитру. Палитра у меня плоская. Мне очень удобно ей пользоваться. Берем красочки. Кисточку. Кисточка у меня 5 или 4. Достаем краску. У меня красочка подсохла. Родители, если будете рисовать с детками или детки будут рисовать сами, за полчаса, за час до рисования разбавляем красочки теплой водой, потом размешиваем. Берем желтую краску, выкладываем на палитру недалеко от зеленой. И начинаем раскрашивать наших гусеничек. Желтое тельце, желтое пузико. И весь хвостик разделяем на 2 части. И нижнюю часть наших полумесяцев разукрашиваем желтым цветом. Верхнюю не трогаем. Пупсеня точно так же. Пузико, тельце и хвостик точно так же разделяем на 2 части. Готово. Зеленый смешиваем с желтым. Должен получиться яркий, насыщенный травянистый цвет, ближе даже к салатовому. И этим насыщенным цветом разукрашиваем мордашку, ручки. Рот не разукрашиваем, оставляем белым. Верхнюю часть хвостика наших полумесяцев
разукрашиваем тоже зелененьким цветом. У второй гусенички все точно так же. Мордашку, окошко в бейсболке. Бейсболка у пупсини одета шиворот на выворот, поэтому окошко у нас спереди, и там тоже гусеничкина мордашка просвечивается. Все тщательно-тщательно прокрашиваем. Ждем, пока высохнет. Кисточки моем и вытираем туалетной бумагой. Убираем в сторону, берем тоненькую кисточку, у меня двоечка. И разукрашиваем ручки. Кисточки у меня почти все плоские, кроме самых тонких. Нулевка и единичка у меня кисточки не плоские, а с прямым краем, с тоненьким. Делаем более зеленый цвет, темно-зеленый. Если у вас есть в красках, очень хорошо. И разукрашиваем жилеточку у пупсиня и у пупсиня. У меня недостаточно темный. Я взяла с края черный цвет и потихонечку подмешиваю свой зеленый. Получился темно-темно-зеленый цвет. Прокрасила жилеточку у пупсиня и у пупсиня рукавчик темным цветом. Второй рукавчик. Нарисовала ручку. Цвет чуть-чуть должен руки отличаться, чтобы она у вас не слилась цветом первой гусенички. Видите, такая более темная ручка получилась. Вот теперь ее хорошо видно. Одна, вторая. Наши гусенички обнимаются. Помним, что 4 пальчика. 3 одинаковых и один в сторону, большой палец. Начинаем закрашивать ушки, наушнички. Сначала переход у нас более темным зеленым цветом, чтобы не сливалось. У пупсиня то же самое, более темным. Прокрасили переход между ушком и головой. И дальше закрашиваем более светлым цветом. Получаются такие объемные наушнички. Готово! Почти каждый мультипликационный персонаж рисуется очень просто. И вообще любой рисунок — это очень просто, это простые фигуры. Смотрите, мы рисовали всякие овалы, полуовалы, дуги, а в итоге получились вот такие вот гусенички. Дорисовываем жилетку. Готово. Берем наш бордовый цвет и прокрашиваем бордовым бейсболку. Аккуратно, пробелов никаких не оставляйте. Размешаю краску, у меня немножко подсохла, зубочисткой, и докрашиваем дальше. Кисточки акриловые, кисточки синтетика. Натуральными кисточками неудобно рисовать. Они для более благородных взрослых красок. Гуашь — это все-таки детская красочка. Поэтому берем кисточки синтетику. Можно разукрасить ягодки, но нужно сначала покрасить белым груднички.
пока у нас бордовый на палитре, добавили черный, или в красную краску можно добавить немножечко черного, и получится бордовый цвет. Немножко только, а то получите коричневый. И этим же цветом разделили ботиночки на две части дугой полукругом, и верхнюю часть обводим нашим бордовым цветом. И следующая лапка. И закрашиваем внутри. Готово. У вупсеня и у пупсеня. Берем белую краску. Белой краски всегда покупаем большую банку, потому что в основной коробке белой краски всегда не хватает. Разрисовали слюнявчики, груднички, разукрасили, а теперь можно нарисовать вишенки. Рот решила сделать более темным, во рту темно. Поэтому темно-бордовым разукрасила рот и сливку. Готово. Можно сделать сливку побольше. Нарисуем стебелек и два листочка. И у вишенки два стебелька и один листочек. Готово. Белой краской можно нарисовать сразу глазки. Не можете, берете карандашик и рисуете глазки у вупсеня и у пупсеня. И только потом разукрашиваете. У меня получилась краска жидковатая, прозрачная. Поэтому я сначала нарисовала на один слой. Подождала, пока высохнет. И еще раз нарисую белой краской на второй слой. На повязочке нарисовала крестики. И вот почти готовы наши гусенички. Нарисуем зубы. Ротик разделили на две половинки, левую и правую. Посередке поставили два маленьких зубка. По бокам этих зубиков рисуем два длинненьких зуба. И потом с каждой стороны еще по два маленьких зубика. Вот что у нас получилось. У второй гусенички точно так же. В свою белую краску я добавила немножко красного и немножко желтого. Получился вот такой вот персиковый цвет. Можете сделать любой. Можете взять красную краску, просто желтенькое разукрасить. И разукрашиваем носочки всех лапок. Готово. Ждем, пока высохнет. Берем перманентный маркер. Это маркер по дискам. Один край тоненький, другой край у него потолще. Родители, купите деткам такой маркер. В канцелярских отделах продают. Детки безумно любят обводить рисунки. И обводим полностью гусеничек. Зубики можно не обводить. Пузико, лапки, слюнявчик, глазки, ручки. Не забудьте нарисовать линии на руках. Обвела ротик. И вот что у нас получается. Похоже? По-моему, похоже. Не забудьте нарисовать рожки. И ягодки можно обвести тонкой стороной. Ну вот что у меня получилось. У вас тоже все получится. Пробуйте, дерзайте. И пока-пока. До новых встреч.